18 червня у Дніпрі стартував тиждень йоги. 7 днів безкоштовних майстер-класів і лекцій, що приурочили до Міжнародного дня йоги. 21 червня його відзначають більше, ніж у 200 країн. В нашому місті налічують близько 5000 практикуючих йогу. У нас день йоги відзначають утретє, і з кожним роком масштаби ростуть. Із 18 по 23 червня кожного ранку із 7:30 у парках Глоби та Шевченка, а також увечері з 18:30 у парку Шевченка проводять серії занять і майстер-класів із різних видів йоги. У четвер на саме свято кілька сотень практикуючих вийдуть о 7:30 на фестивальний причал, аби разом виконати традиційний комплекс вітання сонця – Сурія Намаскар. У рамках інтелектуального йога-марафону відбудеться низка ознайомчих лекцій. Із детальним розкладом занять можна ознайомитися на сторінці «День йоги у Дніпрі» у мережі Facebook або на сайті 9 каналу. Ми в цьому році проводимо кілька лекцій, рассказывающих об истории йоги, о ее сути, о том, чем йога занимается. И это будет лекция, посвященная практикам йоги от здоровья к осознанности. На что они влияют, для чего они нужны и как их делать в современном мире. В целом все люди, если у них нет каких-то серьезных отклонений по здоровью, могут приходить и заниматься. Нужно все-таки понимать, что если есть какие-то выраженные заболевания, то лучше все-таки согласовать вначале с врачом, можно ли человеку заниматься, например, йогой. Или другими любыми там, физическими нагрузками. И большинство этих занятий все-таки ориентировано на взрослых. Что люди получат? Ну, как минимум, какие-то навыки самостоятельных занятий, которые они могут реализовывать потом у себя дома. Ведь для этого не обязательно даже куда-то ходить. Если они решат серьезно заниматься, то, конечно, нужно будет найти, у кого заниматься, тех инструкторов, к которым приходить. Но какие-то достаточно простые комплексы, которые может выполнять каждый человек, может делать дома для коррекции своего здоровья, для восстановления хорошего самочувствия, дыхательные практики, медитативные практики для поддержания своего психологического равновесия. Все это жители Днепра знают и вполне смогут применять. Действительно, йога в Украине очень популярна, потому что все больше людей начинают заботиться о своем здоровье, все больше людей начинают заботиться о психическом хорошем самочувствии, о психологическом равновесии. И это очень приятно, и очень приятно быть в этом течении и помогать людям становиться здоровее и счастливее.